Так. Аптечка. А где это? Ящик. Нет задачи. Температура падает. Очень необходимо ускориться. Бежать к огню, погреться. Ой, что это за звуки? Интересно, здесь есть какие-нибудь факелы? Да, слушайте, наберем сейчас с вами боеприпасов, ну, всяких штучек-то интересных. Так, ничего нет. 37 даже градусов было только что. Ну, нормально побежали. Гель у нас тут. Что такое? Ой, что это? Охренеть, я даже не видел эту штуку. Если бы я Е не нажимал, что бы, он не оттолкнулся, что ли? Сейчас штука упадет, наверное, нет? Точно упала. Элли? Нет, там нет никого, мне кажется. О, фига запрятали. Ну, в смысле, хотели запрятать. О-хо-хо. Но тут же все подсвечивается. Оу-е. Ну что же, нам нужно двигаться в любом случае дальше. К огню, да, к теплу. От этого холода. Вот сейчас погреемся здесь. Максимальная температура какая, интересно. 37. У тебя жар, Айзек. Раз 37 температура. А ты костюм свой... Что это? Огонь, что ли? Разогрей. И все будет нормально. Так, нам сюда. И по-прежнему задания у нас нет. И никакой информации о, о станке, о гардеробе. Ну, о точке, куда нам нужно идти, нету. Ну да, естественно, и нам это не надо, в принципе. Зато у нас есть... Нет, у нас нет бота, у нас есть... Нам сказали, что нам нужно ждать. Бот ждет на станке нас. Обязательно... Нужно посмотреть, что там насобирал он. Опа. Чё такое? Двигаемся дальше. Что там, бухнуло, что ли? Да, зашибись. Так. Ну. Isaac, if you find this. God, Ellie, come on! We're freezing to death out here! I'm coming! We're on our way to find some shelter. But I'm gonna leave you this trail of flares. If the man's dead, Ellie, let's go! Isaac. Please, be alive! Come on! Да, ну ладно. В общем, она оставила нам след от огня, она сказала. Отлично. Вот эти вот факелы, в котором нам нужно двигаться. Как они еще и не затухли, интересно. Как все гладко. Так. Двигаемся. Блин, вообще. Напугал. Я, кстати, даже не понял, куда идти-то дальше. Капец. Не-не-не, сейчас не надо. Лучше давай это самое. Потом как-нибудь встретимся. Сейчас не надо встречаться с нами. Со мной. Элли. Come in. Элли. Кстати, может быть, надо было выполнять побочные задания, если мы хотели накопить побольше ресурсов. Мне кажется, дело даже в этом. Так, даже пройти нельзя. Я просто смотрю ресурсы всякие.
Так, подожди. Задачи нет. А факелы идут дальше. Давайте зайдем сюда. Ну, там, наверное, монстры, да? Некроморфы. Ну, тут еще и погреться можно. А почему станок-то не показывает, где? Так, здесь написано. Так. Так, они встретили жизнь на других планетах. Так. Так вот, на этой планете она есть. Точно говорю, что страшная, как смертный грех. Конец общения. Да, диалог вроде бы, я так понял. Или нет? Смотрите, вот что-то надо. Раскрутить. Все заработало, да? Тут больше ничего интересного нет, еще идем дальше. Погреться можно просто, все. А так идем дальше. Так, что у нас тут? Тут у нас пустота. Точнее, камешки. Так. Вот тут ящик. И металлолом. Гель. Поднимаемся наверх. Но это уже не так стрёмно. Смотрите, тут видите, открытые помещения. Поэтому ничего страшного тут нет такого. Так, вот тут ветер, да, ветер сильный. Ну, костюм надо менять потом, короче говоря. Итак, здесь туалет. Так, продолжаем. Вот здесь уже темно. Болострел. Наконец-то, вот первая схема какая-то. Так, сейчас тут все рассмотрим. Сейчас электропитание врубим, и у нас будет станок. Так, отлично. Это даже подсветка. А что за музыка-то? Что произошло? Что произошло-то? К стене ближе держитесь. Да ладно, зато у нас есть станок. Давайте вольфрам частотку. Да что это такое вообще? Как и вольфрам? Я не понимаю, у меня ни одного оружия нет вообще. Может, его как-то создавать можно? Я вообще ничего не понимаю. А что тут новое? А, мы можем создать, наверное, станину. Санину. А тут-то что новое? Ну что это, вот скажите, вот это 150 вольфрама, вот я не понимаю, как? Объясните мне. Кстати, тут пушку я так еще даже не использовал. Я не понимаю, честно. Что за бред? Металлолом вроде полно. Чертежи. Ну, смотрите, мы вот если будем качать... Как тут качнуть-то, я забыл. Вот. Мы качать будем, мы и то вольфрама просрём вон сколько. Я ничего не понимаю. Может, как-то создать новую станину? Нет, создавать. Хорошо, тяжелая станина. Вот, посмотрите, у нас ничего вообще, ни на что не хватает. Смотрите, сотка вольфрама. Это же просто нечто, это бред какой-то. Ну-ка, подожди. Может, мне что-то там пишут, я просто не успеваю. Вот тут мне что-то... Что-то не писали. У каждого оружия имеется станина. Большая. Большая станина, опора для верхнего и нижнего блока. Хрен знает вообще. А если вот обучение, да? Далее. Так, далее. Далее. Что там мне написали? Ну ладно.
Блин, я не знаю. Что это сейчас было? Я, честно, не понимаю. Во, бот. Сейчас вот эту пушку испытаем. Или подожди. Да, вот эту. Прикольно, как ППШ. Как... Давай быстрее. А где гардероб? Так. Вот где-то там, он внизу, да, надо его поставить? Или нет? Так, что мне прыгать? Вот тут что-то, наверное, интересная схема, да? Да. Два урона, два темпа стрельбы. Вот тут какой-то коридорчик мне не нравится. Вот этот вот. Бляха, я так и знал, а. Погоди ты, мне вон надо это... ресурс собрать. Это еще что было? Невидимый противник, либо снег просто? Не, второй давай. А, подожди, у нас же температура падает, чуть я. А до нуля упадет, мы сдохнем, да? Аптечки нам не помогут. Идет сохранение. Это хорошо. Подожди, подожди. Ты что, дротик мертв, что ли? Ну, сохранение хотя бы есть. Стазис. Так, 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 мне срочно... Дайте вот сюда войти хотя бы. Погреться не удастся, да? Это фигово. Ну ладно, давайте. Куда нам? Блин, какой станок? А, я не знаю. Наверное, наверх. Ну, блин, посмотрите, 16 градусов. Мы же сейчас помрем. Пожалуйста, дайте какое-нибудь помещение. Я не знаю. Блин, тут ни хрена нету. Да возьми ты уже, что это, артефакт. 11 градусов. Ой, жопа, 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 ребят. Я не рассчитал. Ладно, Айзек, мы бегаем. Чё ты? Ты когда бегаешь, ты согреваешься. Ты глупый, что ли? Тут где-то вход должен быть. Да, вот тут. Собака. Нет, ты посмотри, что делает. Пугать меня решил. Фу, кислотой своей. Засранец. Бляха, муха. Нет, ты посмотри, вот. Они так вот будут под снегу вылазить. Давай, 7 градусов. Все, тепло, наконец-то. Фу, напряженка была. Не знаю, парни, может, вы догадались оставить что-нибудь на сковороде в РС-9, но у нас... шаром покатим. СЖТ Джордж. Принято, рядовой. Мне тут еще целый... Подожди, температура. Что у нас температура? А, не поднимается. Мне тут еще целый завод кормить и провизии в обрез. Да, у них провизии проблем. О, вот. Еще один? О, это круто. Сейчас согреемся. О, да. Стоп, а... О, лампа. Вот тут греться можно, да? Двигаем дальше. Да где этот, как его там? О, слушайте, а патрон-то у нас, по-моему, полно, да? Ну, тут что-то мигало, нет? Какой шустрый, засранец. Смотри-ка. Давай, завались там.
Патрон полно. Может, я потому что прокачал? Че, греться будем? Будем, конечно. Сейчас в лампу погреемся. О, да. Вольфрам. Первый раз нахожу вольфрам. Мне кажется. Нет, вольфрам, блин, будет уже это снится, наверное. Так. А что тут у нас? Ладно, так, идем дальше. Не будем тут терять времени. И еще куда-то один говнюк улетел. Где он, кстати? Так, вот тут я слышу это. Где-то тут бота можно положить. Ну, вот. Первый бот. Так, и второй бот. В другом месте, да? Будем лучше бегать с оружием. Так, цели у нас по-прежнему нет. Так, 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 куда мы двигаем? Да, вот сюда нам. Бля, кому-то, я теперь понял, что это. Пусть реально стрёмно. Ну, в смысле, неожиданно. Куда? Блин, ну, он мне мои, он патроны мои забрал, говнючек. Ой, это тоже Элли раскидала. Факелы закончились. Слушайте, хорошая вещь. Еще мне нравится. Так, а вот там что? Ой, ой, ой. Завалитесь, твари. Нет, смотрите, им вообще пофиг. Обалдеть. Так, что тут еще? Аптечка есть. Вольфрам. Ты что там прятался, что ли? Может, я тебя не видел? Вот дает. Вот, стоп. Вот тут давай. Отлично, я вас жду на станке, мои друзья. Отныне вы мои друзья. И патрон до хренища вроде бы, да? Так, все, не будем... Так, все, не будем заходить, мне этот звук не радует. Все, сваливаем отсюда нафиг. Пожалуй. Я надеюсь, я вообще правильно... Ой, а что я взял? Плазменный резак, что ли? Блин, куда я вышел? Я даже не знаю, где я. Так, я здесь был, по-моему. Надо идти туда. Давай, давай, терпи, терпи. Я вижу, ты и так терпишь. Многое, многое. Так, все, некогда уже рассматривать. О, да, спасительная дверь. Ну что, по-любому еще будем выходить. Температура не падает, она стабильна. Опа. Это наши друзья, что ли? Isaac. Well, I'll be damned. Where is everyone? They're headed for a research facility up the ridge. We found snowsuits, but they weren't enough to go around, so I decided to stay behind. There might be more down in the basement. Might be. Well, the elevator shot, and we heard something scratching around down there, so we didn't... Найти гардероб. Это основное задание. А, лифт надо починить. Ну ладно. Так. А я что-то не понял. А чё он остался? Слишком плохо себя чувствовал, наверное, да? Замерз. Интересно, какая тут температура? Кстати, холодно. Смотрите, падает температура вот здесь. Нет? Ну ладно. Так, станок. Это круто. О! Модуль обнаружения... Обнаружения мин? Что? Какие мины? Так, смотрим к станку. А, бот еще не собрал ни хрена. Ну ладно.
Вот, смотрите. Мы можем модифицировать что-то. Урон. Урон плюс перезарядка. Урон плюс темп стрельбы. Блин, это что, все реально? Я хочу улучшить вот это вот еще. Еще плюс к этому я хочу добавить. Не получится, что ли? Ну это тупо реально. А, вот минус вот написано. Два урона или темп перезарядки. Обойма. Обойма. Ну ладно, сойдет. Нет. Все-таки темп стрельбы. Ладно. Так, далее. Здесь урон минус перезарядка. Здесь перезарядка. Компенсировал называется. Здесь обойма. Все. И что, это все максимум, да? Это бред. Вот. Базовый лазерный пистолет. Ну, у нас такая штука уже есть. Была. А этого мы ни хрена не... Ого, смотрите, у нас уже вольфрама 106. Круто, чё. Да, слушайте, начало расти число вольфрама. А если к стандартной чем-то присобачить? Вот, смотрите. Пилорез. Маленький ущерб. Очень маленький. Возьмите, к примеру, вот наш. Вот этот вот. Так, здесь стазис-поддержка. Создать новые насадки. Оптический прицел. Вы что, шутите? Не надо нам. Вот, стазис-поддержка. А что, ее улучшить нельзя, что ли? Чуть незаметная какая-то стазис-поддержка. Вообще. Подожди, а... Вот тут есть подзарядка. Так. Цена, стазис, поддержка.